Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пришел наконец-то мой любимый микрофон. Не знаю, какое получится качество, посмотрим. Сейчас я запускаю дрон, потому что у меня осталось всего 10 минут. После заката дроны запускать нельзя. Так что полетели.
микрофон к телефону. В результате он теперь дрожит еще больше, чем когда я снимала с микрофоном, который был с проводом, потому что он теперь не отбалансированный. Я не знаю, что делать, как мне наладить звук на телефоне, либо снимать без микрофона, либо опять заказать тот проводной, потому что с проводным он так сильно не трясся, как он сейчас трясется. Сняла вам видео, посмотрите с дрона. Дочка зовет пойти вниз в наш любимый комплекс. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока. Рано с вами попрощалась. Решила записать еще раз, но без микрофона, чтобы вы вот увидели разницу. Ну, изображение сразу видите. Телефон отцентрирован, не трясется, то есть все хорошо. То есть, возможно, есть какой-то вариант просто прикрепить какую-то клипсу с Bluetooth, которая будет передавать сигнал, а микрофон вешать на себя. Но у Шуры и у Rode таких вариантов нет. Есть там какие-то непрофессиональные аналоги, не уверена, что там будет хорошее качество. Но с таким большим микрофоном, который у меня, к сожалению, телефон еще хуже, меньше отцентрирован. В общем, не знаю, что делать со звуком. Давайте я вам сейчас вставлю микрофон, и вы его вот сравните. Вот вставляю, надо его еще поймать, он на стабилизаторе. Вот вставила микрофон. Вот такая разница звука. Я ее сама сейчас пока не слышу. Услышу, когда я буду прослушивать запись, сравню, мне даже самой интересно. Вот сейчас я с этим микрофоном Шуры MV88, причем он не дешевый, он там стоит, по-моему, 100. Я его взяла со скидкой, поскольку open box, за $96, а так вообще новый он где-то 130, 129 или $130 стоит плюс такса. Поэтому удовольствие не дешевое. Но вот медленно, ну даже медленно иду, вон я вижу, изображение трясется, потому что телефон не отбалансированный. То есть однозначно он для съемки со стабилизатором не подходит. Так что буду думать, посмотрю, какие еще есть варианты с Bluetooth, если вешать телефон на себя, а что-то легенькое вешать на телефон. Вот сейчас сниму вам микрофон. Вот я сняла микрофон. Сейчас у меня съемка пошла опять без микрофона. Изображение перестало прыгать. Вот, это, кстати, вот эти вот домики. Вот этот дом сейчас, на который я показываю, он продается за, по-моему, за $24 миллиона. Там 13 комнат, бассейн огромный. Вот, вот этот вот. Мы над ним полетали. Если у кого есть желание, можете приобрести. Здесь, видите, охрана стоит, то есть охрана не подпускает к здесь домам. То есть ты должен четко идти по дорожке. Если ты сворачиваешь с дорожки, то тебя охранник вежливо направляет обратно. Сейчас, возможно, нам скажут, что мы тут поздно шляемся, идите спать. Вот. Вроде пока молчит. Вот этот дом продается сейчас. Напишу точнее в комментарии, сколько он стоит. Мы попробовали с дочкой как-то свернуть, но нас попросили вернуться обратно вежливо на пешеходную трассу. Не буду одевать микрофон, потому что сейчас будет прыгать все изображение. Лучше пусть изображение будет ровное, с плохим звуком, чем сейчас будет трястись камера. Вообще я домой собиралась на самом деле, она так вот резво побежала. Вот этот вот дом, который сейчас впереди, я приняла за отель.
Но потом присмотрелась, все-таки это жилой дом. Просто в таком вот стиле построенный. У меня ребенок побежал куда-то. Let's go. Вот такие домики. Ходить тут нельзя. Кстати, в Подмосковье много таких домиков, просто чуть более утепленные, чем здесь. Потому что в Подмосковье холодно. Но микрофон я буду возвращать. В общем, расстраиваюсь. Я не знаю, что делать со звуком. Тут занимаюсь какими-то отсыланиями каждый день. Вот такой вот океан. Здесь мы с вами пролетели. Видите, здесь вот есть заборы на берегу, когда дорогая недвижимость и много людей ходит. Конечно, здесь без заборов как-то и не камильфо жить. Здесь заборы просто необходимы. Хорошо хоть без колючей проволоки. Но я бы не хотела жить в таких вот крайних домах за такую сумму, и чтобы постоянно толпы людей ходили, глазели. Я бы куда-нибудь более глубоко бы поселилась. Вот тут такая дорожка идет, можно прогуляться. Тут тоже дом продается, вот это, по-моему, второй, вот этот вот такой вот в современном стиле. Вот первый дом, и за ним второй за 24 миллиона долларов. Вот тут дорожка. Очень удобно, когда прилив вплотную к камням. Тут такое бывает, что по берегу океана не пройти. Ну, а тут народ тусовался, сейчас они собираются. Так, все, мы выдвигаемся обратно. Дайте я вам еще раз подвешу микрофон, где шумит океан, чтобы вы оценили разницу именно непосредственно микрофона. Вот сейчас включился микрофон. Не знаю, слышно меня или нет. Когда не двигаешься, то, в принципе, телефон не качается. Вот. Понравилось видео, ставьте лайки. Всем пока-пока!